Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, проект Отбросы. Продолжаем играть, 5 очков мы набрали в 4-м дивизионе, это, конечно, и немало, и немного. У Траховски закончились контракты, кстати, он в прошлом матче очень неплохо вышел на замену. Как же мы там закомбэчили, я до сих пор вот не верю. Ну, ладно. Было бы классно, конечно, если бы, ну, например, не знаю, не в ногу Буффону там попал Суарес и забил бы. И потом мы как-нибудь бы еще на угловой нашли. Ну, в принципе, углового бы не было, если бы мы не попали в ногу Буффона. Там в любом случае мы должны были забивать в этих двух моментах. Дайер, счет сдувается, ничего вообще не показывает. Я думаю, что, ну, вот промиса мне ставить сейчас невозможно, потому что не будет никакой сыгранности. То же самое с Лукасом. Я на самом деле даже не знаю, что тут делать. Никого у меня нет из BBVA направо, то есть есть ЛФАшники, а на правый фланг на ПФА, по-моему, у меня вообще игроков нет. А нет, есть из Лиги... А, точно, я же с этим парнем играл, да-да-да, Орелана, который как бы как Санчес, только мой. Есть Лионель Месси на 10 матчей, но я думаю, мы его ближе к более поздним дивизионам там поставим. Давайте Орелана. 97 сыгранность, но это, конечно, плохо, потому что из BBVA-то больше нет, никого нет. Ну, просто посмотрим. Просто посмотрим. Поехали, вот так вот мы будем играть. Вот и наш соперник. Ух ты, интересный разноцветный состав. Я выбрал сегодня черную форму на матч, потому что что-то синий нам не везет, ничьи, поражения. Поэтому пусть будет новая черная форма. Ну, как новая? Новая старая форма места. Устраивайтесь поудобнее, было написано. Спасибо. Я, правда, скипнул, я даже не знаю, что там за сообщение. Поехали. Белая против черного. Джейсон очень плохо отдал. Ну, по задумке на Мейсона. Я думал, что Мейсон побежит в штрафной, примет мяч и будет либо входить, либо простреливать, но он просто остановился. И Гая, как всегда, потрясающе сыграл в отборе. Суарес забивает. Первый же момент. Молодец. 1-0. Вполне уверенно забили. Хороший был проход. Вот не знаю, что я до этого Муниина не использовал слева. Справа-то пока что у меня вакансия, как говорится, свободна, но вот слева Муниина мне реально нравится. Очень хорошо играет. Джейсон на WhatsApp вообще клевый. Кстати, в комментариях, вот, только что вспомнил, кто-то писал, что было бы неплохо статистику посмотреть. Например, у того же Джейсона на данный момент, сколько он там вообще нахватил. Стараюсь, ну, если не забуду, то прям после этого матча мы с вами посмотрим. Ой, что-то Суарес, ты что-то делает, дела? 2-0. Посмотрим статистику. Ты сижу вообще статистики, говорю, 2-0, ну, нормально. Вот, и мне тоже интересно, что там и как у нас на данный момент. Какой игрок больше всего в старте выходит? Мне кажется, это либо Гайя. Но хотя у нас там португальцы в свое время долго играли. Скорее всего, на данную секунду либо Гайя, либо Уэйн Руни. Бегович тоже много играет, но он нам не так, в принципе, давно-то и выпал. Мейсон новенький, Джейсон тоже. Ой, как мы раскатываем. Ну вот с этим соперником действительно легко играть, особенно в атаке. Джейсон, пустые, 3-0. Скорее всего, он сейчас выйдет, но я надеюсь, что нет. Блин, я так рад, что наконец игра получается, мы выигрываем. Тут ничьи, поражения. Совсем поднадоели. Ой, как Шей на финте прошел и забить бы. Нет. Но это мой Алексис Санчес. Только более дешевый и из BBVA. Ой, мне это что делает? Неплохой удар в защитника попал. Суарес. Ух ты. Слушайте, он очень сильно головой сейчас пробил. Я даже не припомню, чтобы я фифе так сильно мог бить. Вот посмотрите, как быстро мяч полетел. Прям как Криштиану выпрыгнул. Левандовский. Накрытки смогли, пробил штангу. Да, расслабляться-то, кстати, нельзя. Я этого не делал. Просто вот единственная атака, которую он сейчас сделал, он смог ее завершить. Видите, я просто не успел. Причем я останавливался, я не летел ему в ноги, там не хотел палить, ничего. Просто хотел удар выдержать.
Потому что, ну, я сам в прошлом матче с 0-3 отыгрался, поэтому... Ну-ка! Суарес не забил. Ну, я буду Суаресом, говорю, Санчесом называть. Так, Луис Суарес. Луис Суарес, Луис Суарес, Луис Суарес, Луис Суарес, ну и ближний, конечно. Он там вроде бы сначала мяч, конечно, успел, но выглядело так, как будто бы я мяч потерял, и потом он мне просто в ноги кинулся. Так, Мунеин идет отдыхать. Хромис туда нам шанс. А, лучше КТ вместо Бешича, пусть Беш отдыхает. Да и можно Драксера, кстати, снять фланг в атаку. Поехали, второй тайм 3-1, пока никаких настроений победных у меня нет. Надо еще второй тайм бороться и выигрывать. Я, кстати, только сейчас наконец-то понял, что у него состав из поляков. Ох ты, неплохо. Капустка пробил. Бегаешь за сейвом. Драксер. Хорошо бежит в атаку Драксер. Хотел сделать финт, но зря. ФБ просто убежал. Так, Суарес. На Драксера. На Драксера и... Ну зачем? Ну справа. Ну он, наверное, правша, потому что... Ну что тут, ну, логично было сразу как бы с левой пробить щекой и все. Нет, на правую стал перекладываться. В итоге в колено попал вратарю. 4-1 вот как бы меня бы более-менее успокоило. Ну, сейф с девятки от честного. Нормально делает. Еще один навес. Седрик, да пробей. Ты хоть и защитник право, но нормально. Удар у тебя есть. Промис хорошо пропустил. Получил пас от Суареса. Как мог бы красиво разыграть. Смолинг. Ну, ну... Зачем он прыгал? Ну не буду же я Смолингом бить. Ну, парень. Я же уходил, чтобы пас отдать. Взял, влетел. Какой-то Смолинг будет бить. И давай в ноги бросаться. Зря. Ну, вы поняли, да. Момент. Рыбус. Ну, тут сейчас забьет пустые мили. Да. 2-3. Вот, видите, пенальти не забил. И было бы так, 4-1. Вряд ли бы он сейчас забил. А так я сам, по сути, сдаю просто матч парню. Не знаю, как у меня так получается. Я говорю, спасибо тебе. Да зачем сейчас у меня защитник просто остановился и пропустил его? Навес, выбить, промис. Не-не, все. Без нет. Все, хорошо. Джейсон, посмотрите, как он филиграну все это делает. И... Драксер, ты издеваешься надо мной или что? Ты забить просто не хотел или хотел сеть матч мне? Че за дела-то? 100% выход один в один, он берет просто вратаря, пинает. Ладно, нормально, выиграли и все, хорошо. Я не особо понервничал, но вот кроме последнего момента, когда что-то прям уж совсем странно, что он не стал забивать. А парень молодец, он почти вытащил матч. Я, конечно, все равно как бы в преимуществе был в огромном, но... Хотя бы 8 очков набрали уже, и это хорошо. 1300 монет, да? Вот Electronic Arts, я вот надеюсь, что вы будете за матч столько же получать, а потом говорит, что каждый игрок себе может собрать команду мечты. Да, собираем все тут команду мечты. Так, ну тренировка состава. Но они добавили в 17 части какие-то челленджи, посмотрим, что там будет, будем ли мы в отбросах это использовать или нет. Интересно. Кстати, вот этот паренек неплохо вполне сыграл. Ничего особо, конечно, не показал, но, в принципе, не провалился там. В защите помогал. Так что, наверное, такой состав я оставлю на следующий матч. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте проходить в магазин g2a.com. Первая ссылка в описании. Также вы можете получить скидку, используя кодовое слово JACK.